Каратисты из Южной Якутии и Амурской области померились силами и мастерством. В Алдане прошел открытый чемпионат и первенство по карате до Кайокюшинкай. Самому юному спортсмену нет еще и 5 лет, старшим участникам уже за 30. На татами побывали наши алданские коллеги. Базовая техника и тактика, приемы и броски сопровождаются наставлениями на японском языке. В зале Дворца культуры состоялся открытый чемпионат по карате до Кайокюшинкай. Навыки боевого искусства на татами продемонстрировали более 70 человек. Это каратисты из Алдана, Нерюнгри и Тынды. Чемпионат Кайокюшинкай проводится ежегодно. Он приурочен к празднованию Международного женского дня. Победителям районные соревнования откроют новые горизонты. Вот этот турнир, он идет отбор на фестиваль боевых искусств. Это очень крупный турнир, он всероссийский, он будет проходить в Хабаровске. Ожидалось, что чемпионат соберет порядка 130 участников, однако массовости помешал введенный во многих учреждениях карантин. Самому маленькому спортсмену едва исполнилось 4 года. Старшие перешагнули 30-летний рубеж. В Алданском районе карате до Кайокюшинкай набирает популярность. Боевое искусство осваивают более 150 мальчишек и девчонок. Федерация у нас существует 4 года, с февраля месяца у нас есть успехи. Мы на всероссийских выступаем, на международных турнирах, на ДФО ездим, принимаем участие в зимних, на всех уровнях. Особо ценными победы делают условия функционирования секции, точнее их отсутствие. Спортзала карате в Алдане нет. Процесс самосовершенствования проходит в различных спортивно-образовательных учреждениях города. Разговоры есть, работы ведутся, что-то мы пытаемся согласовывать, но по факту еще результата нет никакого. Председатель федерации и члены родительского комитета поднимали вопрос на различных уровнях, в том числе и на республиканском. Однако пока проблема не решена. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдан.